Так, добрый день. Сегодня будем делать практику осознанности. Как говорит Джо Диспенза, из точки превращаться в волну. Это упражнение поможет нам быстрее выходить из человека автоматического в человека осознанного. Потому что сегодня как никогда нам нужен этот навык осознанности. Что мы делаем? Мы садимся и прямо начинаем проговаривать. То есть упражнение займет минут 10-15. Даже если мы начнем каждый день его делать по 5 минут, останавливаться и ходить в состояние осознанности, что такое осознанность, это будет здесь и сейчас. Не где-то в прошлом, не где-то в будущем, не ведомый своими чувствами, а именно быть осознанности и слушать большую часть себя. С этого упражнения начинаются абсолютно все практики. Итак, мы садимся ровненько, отвечаем. Прямо сейчас я тоже отключу всем у себя телефоны, чтобы в этот момент ничто меня не отвлекало. И прямо ставлю телефон на автоматический режим. И прямо так себе сейчас говорим. Я осознаю свою руку, которая лежит у меня на колене. Я осознаю свою левую руку. Я осознаю свои плечи. Я осознаю, как одежда прикасается к коже моего тела. Если есть возможность, прямо проговаривайте себе это. Это поможет вам прийти к осознанности. Я ощущаю свой волосяной покров. Я чувствую, как волосяной покров покрывает кожу моей головы. Я чувствую свою воротниковую зону. И ощущаю, как кожа воротниковой зоны прикасается к одежде. Я ощущаю, как кожа поясничной зоны прикасается к одежде. Я ощущаю пульсацию. Крови под моей кожей. Я ощущаю сейчас движение жизни внутри меня. Я ощущаю пространство своих глаз. Я ощущаю свои глаза. Я ощущаю дыхание своих легких. Я ощущаю кожный покров передней части тела. Я ощущаю, как кожа моей груди прикасается к одежде. Я ощущаю свои бедра. Я ощущаю как кожа бедер прикасается к одежде. Я осознаю свое тело. Я и есть это тело.
Я ощущаю колени своих ног и чувствую соприкосновение одежды со своими коленями. Я ощущаю подошву своих ног и ощущаю, как подошва моих ног прикасается к полу. Я ощущаю, что я устойчива на этой земле. Я ощущаю надежный стул, на котором сижу, который меня поддерживает. Я ощущаю эти четыре ножки стула и ощущаю себя сидящим на этом стуле. Я ощущаю дыхание в своих ноздрях. Я ощущаю, как сейчас замедляется поток мыслей. И вот я уже ощущаю как свободно несется поток духа. И поток вдоха и выдоха. Вдох и свободный выдох. Я ощущаю пространство в комнате, в которой нахожусь. Сейчас я слышу нервное стучание часов. Я ощущаю пространство этой комнаты. Я ощущаю, что мысли могу сейчас мысленно пойти на кухню и приготовить себе чай. Но я решаю сейчас быть здесь и сейчас. Именно говорите себе то, что вы чувствуете, ощущаете. Где вы вдох? Где вы свободный выдох? Я делаю вдох, вот этот аромат. Поле, на котором засажены цветы, я мысленно перемешу туда. Я вдыхаю аромат этих цветов. И делаю осознанный выдох в себя. Эфирные масла этих цветов. Я выдыхаю в себя. Я делаю вдох. Спокойный, равномерный. И такой же спокойный выдох. Я вдыхаю аромат этих цветов. И выдыхая его внутренний мир, насыщая свое тело цветением. Глубокий вдох и глубокий выдох.
Я замечаю, как мысли пытаются меня куда-то увести, мыслями о том, что надо что-то сделать. Я отмечаю это для себя. И возвращаю себя сейчас в точку здесь и сейчас. Вдох и такой же спокойный выдох. Вдох. Я вдыхаю аромат цветов, погружаюсь в этот поток цветения и погружаюсь в сознание процветания. Глубокий вдох и глубокий-глубокий выдох. Спокойно, равномерно. Дышать одно сплошное наслаждение. Вдох и прямо себе говорю, я успокаиваюсь. Я погружаюсь в сознание здоровья. Вдох и выдох. И сейчас я расширяю свое сознание. Вдох и выдох. Я балансирую свой внутренний мир. Вдох. И выдох. Я успокаиваюсь от любого делания и вхожу в процесс созерцания. Вдох и выдох. Вдох и выдох. И теперь при вдохе я вдыхаю благодарность. А при выдохе ты вдох. Благодарна, что мои глаза видят эту красоту поля. А при выдохе любовь. Тому, что я вижу. Вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Чувствуем здесь напряжение при вдохе и выдохе. Прямо так и замечаемся. Сейчас я замечаю, что у меня появилось напряжение в руках. Напряжение в ногах. Мы отмечаем это напряжение. Мы отмечаем, что, может быть, хочется бежать куда-то по привычке, что-то делать. Но мы осознанно замедляемся, чтобы соединиться с большей частью себя, с душой. Совершенной душой, которой мы уже являемся. Безграничной душой. Вдох и выдох. И мы теперь уже смотрим, что вдох и выдох идет в позвоночник. Вдох. Вдох поднимается сюда. И выдох опускается вниз позвоночника. И мы начинаем дышать таким образом. Вдох. Поднимаем его в разум и выдох, как будто выдыхаем через ноги в землю. Чтобы устойчиво стоять на земле. Вдох. Поднимаем энергию к разуму. И выдох. Вдох.
И выдох. Вдох, мы вдыхаем прямо сейчас по позвоночнику, несем этот вдох сюда. И при выдохе выдыхаем через ноги, устойчиво стоя на земле. Устойчиво. Вдох. И я поздравляю вас. Может быть, для некоторых это было впервые, это упражнение. Я поздравляю вас соединить своим телом, вот соединить с точкой здесь сейчас. Это упражнение очень полезное, оно простое, но вместе с тем очень-очень полезное, прямо очень полезное. И эффективность этого упражнения вы увидите в течение ближайших дней, если будете делать хотя бы неделю. И завтра мы продолжим в это же время, мы продолжим делать это упражнение, чтобы расширяться. Напишите в комментариях, какие чувства пережили, какое ощущение вы пережили. Могли ли вы внутренне расслабиться и отпустить контроль? Но ум – это как мартышки, которые бегают с ветки на ветку, и мысли бегут в виде тела. Завтра продолжим.